Себе смотри, дед Мерин братанул. Нихуя. Сейчас бычка будет, смотри. Все, пиздец, походу, деду. Смотри, что делает. Охуеть, смотри, что делает. Во беспредел, нихера себе, смотри. Там еще кто-то. Нихера, смотри, Светлаков, поснимай, иди. Поснимай его. Поснимай Светлакова. Нихуя себе, смотри, что творится. Вот это да. Нихуя себе! Нихуя себе! Вот это да! Поснимай, Серег! Не трогай машину! Не трогай машину! Не трогай! Я тебя найду, поймаю! Понял? Понял, блядь! Вот да! Выебу тебя, блядь! Не снимай! Не трогай машину! А, сука! Unglaublich, mit was für Problemen die Fahrer von Einsatzfahrzeugen ab und an auf den Straßen zu kämpfen haben. Hier transportiert eine Ambulanz einen Patienten in eine Klinik in der Slowakei. Höchste Eile ist geboten, aber die Sanitäter müssen sich außerdem noch auf den Fahrer eines Sportwagens konzentrieren, der einfach nicht an die Seite fährt. Über eine Strecke von 25 Kilometern behindert der Fahrer die Einsatzkräfte. Einem Reporter gelang es, mit dem Fahrer des Sportwagens zu sprechen. Der gab an, er wollte den Sanitätern einfach nur helfen. Er sagte, er habe die Warnblinker eingeschaltet, gehupt und versucht, der Ambulanz den Weg frei zu machen. In slowakischen Presseberichten wird nun die Frage aufgeworfen, ob dieser Fahrer überhaupt einen Führerschein haben sollte oder gar ein Fall für einen Psychiater sei. Да, вот это кино. Ты я подсказал. Вообще-то. Ебать на.
еще? Чего ты мне рассказываешь? Я все, блядь, знаю. Ебать, он ебался, дурак. Охренеть. Уснул, что ли? Магазин найти, наперекошенная морда продавщицы из киоска. Никто из них тебе не подходил, ну кроме вот попы с родинкой. А чё, перекошенная морда это была женщина? Да перестань, она холодильник. У вас болит лайм. Как я мог поставить такую непонятную... Торцай! Торцай!
Thank you.